друзья, всем большой-большой привет. Что связать из оставшегося клубочку пряжи? Осталась у меня вот такая пряжа серая, вот такая вот цвета горчички. Вот я скрутила здесь пряжу серую, цвета горчички. Здесь у меня кремовая пряжа. Начала вязать новую пару тапочек с лидочком. Вот такая вот серая ниточка. Носик буду закрывать серой ниточкой, окантовочку буду делать из серой ниточки. Здесь вязала аккуратную квадратную пяточку. Здесь у меня пряжа скрученная кремовая ниточка шоколад. Здесь у меня ниточка горчички с ниточкой шоколад. И дальше серого цвета вяжу носик, тапочка с лидочком. Вот это у меня вторая пара. Здесь тоже начала вязать серой ниточкой. Буду вязать дальше тело с лидочка серой ниточкой и закрывать мысочек тоже серой ниточкой. Окантовочка будет сверху. Обвязка крючком тоже будет серой ниточкой. Вот такие вот у меня планы сегодня на вязание тапочек с лидочков. Друзья, подпишитесь на мой канал, поддержите мой канал лайком. До скорой встречи в новом видео. С вами была Алина.